Стереотипы – это стабильно, регулярно повторяющиеся одни и те же или очень похожие реакции человека. И это не хорошо и не плохо, это факт. Стереотипы могут отражать представление о себе или же отражать представление о других людях. Очень часто, если человек ведет себя нетипично, это скорее вызывает удивление, иногда даже страх. Мы не задаем сами себе вопросы. А почему, собственно говоря, это так сказали? Сегодня мы поговорим о стереотипах нашей жизни.